Всем привет, с вами снова FIFA прогноз. Клубные чемпионаты подходят к концу, но настало время самого главного. Финала Лиги Чемпионов. Это точно, Амир. Сегодня, как всегда, я, Амир Сабиров и Глеб Нигмати в студии. Амир. Играют. Манчестер Сити против Челси. Да. За кого будешь играть? Бомбический матч. Я, конечно, за Манчестер Сити буду играть. Ну, хорошо. Фаворит? Я всегда играю за фаворит. За Челси. Кстати, о фаворитах. Давай посмотрим коэффициенты. Да, давай. Что у нас говорят букмекеры. Давай. Ну, давай, начнем. Ты свою команду. Значит, с Манчестер Сити. 1.92 1x ставка ставит. Винлайн 1.85 и фонбет 1.95. Ага, так. Значит, за Челси 4.54 1x ставка, 4.42 винлайн и 4.50 фонбет. За ничью, смотри, 3.50, 1x ставка, винлайн 3.40, фонбет 3.50. Ну, неплохо, неплохо. Да, ну верят в Манчестер Сити больше. Больше, намного. Да, Манчестер Сити явный фаворит. Ну что, посмотрим? Посмотрим, да, как будет. Как развернется матч? Посмотрим, да, сделаем прогнозы. Да, поехали? Поехали. Ну что, поехали. Ага, вот разыгрывает он. Мяч Манчестер Сити. Кто сегодня получит ушастого? Ой-ой. Сейчас будет навес. Нет, все спокойно. Спокойно. Я сегодня все на уменьшительном ласкать, блин. Как в прошлом выпуске. Гризманчик? Гризманчик, помнишь, да? Ну это невозможно забыть. Это, да. Ой, дриплинг хотел сделать. Так. В одно поле, получается. Опа! И аккуратно! Оу-май! Ты видел это? Быстро, быстро. Я даже не ожидал. Это просто красиво. Он Кевин Де Брюйне. Принял, да, Кевин Де Брюйне прям принял ножичкой и как, опа! Классно, молодец. Залетело прям. Что, поехали. Забивать надо, ребята. Нет, нет, не надо. Не надо, Амир. Пожалуйста, не забивай меня, а. Я не хочу, чтобы ты мне забил сегодня. Я хочу оформить еще сухую, второй дубль. Да, сухую. Да? О, это будет, знаешь, как прекрасно. Ой-ой-ой-ой. Ты посмотри, сейчас еще будет. Опа! Все, спокойно, ребята. Получилось, да. Так, и Вернер 1-1 выходит. Нет, я сейчас подкат сделаю. Идеально. 1-1. Я просто сейчас кину джойстик, ты понимаешь? Ну не надо, у нас еще другие выпуски есть. А, по прогнозам, на других выпусках. Не надо ломать монитор. 1-1. Ну это ни о чем не говорит. Потому что сейчас Сити я зафинчу. Финчу? Да. Зафинчу. Зафинчу прямо в аут. Очень хорошо зафинтил. Шикарно. Я, по-моему, больше владеет мячом пока что на данный момент. И проходов больше к воротам. Так, вот сейчас. Нет, не сейчас. А, как? Ты мог забить? Мог. Если бы не пережал. Считанные сантиметры, да? Кружочек. Канты не пускать. Фалить. Эх. Сейчас будет навес. И забивай. Ну как? Лимит голов у Де Брюйне пока исчерпан на сегодня. Сегодня он больше не забьет. Слава богу, ты сказал пока. Ну, в первом тайме, ладно. Прессинг, давай, и! Нет, 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 подкатики. Хорошо. Братарь, набегай, набегай, набегай. Обыгрывать. Ну как? Хорошо. Ну как? Ну как, Амир? Забил Хаверц. А нет, Вернер. Вернер забил. Твой любимый Вернер. И все, да. Первый тайм окончился. Давай, посмотрим статистику нашу сразу, да? Ты уже за меня все сказал. Пока ребята отдыхают. Ну, хорошо, когда за тебя все говорит Амир, а? Это для меня какая-то шутка. Да, я. Так, голы. Ну, голы понятно, 2-1. Нет, это непонятно. Удары. Три удара, значит, у тебя. Два. Так, выводение мячом. Как ни странно, у меня больше, но почему-то... Кстати. Мне казалось, кстати, что мне у тебя казалось, намного что... больше владения и прохода было. 34-55. Ну ладно, линии. Ладно. Отборы 4-2, нарушение 1-0. Ну, да. Так, ну, здесь все по нулям. Короче, там нарушений нет, угловых нет. Так, точность ударов у меня немного получше. Ну и пасов, конечно же, получше. Точность ударов благодаря голу. Обычным стандартам. Это штраф. Это желтая? Это желтая, да. Это желтая, это желтизна. Это прям таки горчичник. Ну-ка. Да-да, желтая, все пропускаем. Ой, что-то я хочу... Это опять штраф? Не понял. Да, еще да, одна желтая. Желтая пулька. Сейчас ты добьешься. Сейчас ты добьешься красных карт. Пулисич. 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 Что мне не нравится, как Челси в последнее время играет, они слишком хорошо играют. Не давать ему. Так. Ну что, это штраф.
Это пенальти. Это пенальти даже, я бы сказал. Это пенальти. Все, Амир. Два. Ну, два. Ты сначала забей. Я пробую сделать вид, что ты этого не видишь, да? На самом деле я не умею даже. Ну, гол, ну, понятно. Я просто не умел вратарем управлять. Ты просто играешь в хоккей или в футбол. Уже в реальной жизни. Ладно, 2-2. Из дальнего. Нет. Гол, что ли? Нет. Штанга? Нет, нет, нет. В каркас ворот с внешней стороны попало. У тебя, по-моему, только Маунт играет, я смотрю. Нет, нет, у меня вся команда. Одно целое. И как? Сейф, что ли, был? Сейф. Да, сейчас угловой будет. Так, и? Спокойно. Как перекладина? На последних минутах я мог выйти вперед. Давай быстрее, отбивайся. Да хватит. Так, спокойно. Все время ты пытаешься меня отнять. Это не честно. Играть? Нет, теперь оно закончилось. Три минуты там добавили. Давай посмотрим статистику сразу. Посмотрим. Перед первым овертаймом. Мне интересно, какое владение теперь? Так, думаешь? 41-59. Угу. Ну, немного сравнялось, да? В прошлый раз у тебя было меньше, да? У меня меньше, было, да? Где-то 34. 33 было, 33, 33, я помню. 33, да. Угу. У меня было 69. Да. То поехали. Снова разыгрывает Манчестер Сити. И снова, как ты говорил тогда, проигрывает? И снова проигрывает. Да, и снова проигрывает. Да. Ой. Финала Лиги Чемпионов. Ну, у тебя жестко играют парни. Прям как у меня во дворе играл один парень, его звали Радик. Он так всех топил просто, всех накидывался. Вот так же играет твоя команда, как этот Спасибо, Радик. Спасибо, что сравнил меня с Радиком. Ладно. Давай минуту молчания устроим, просто будем забивать. Так, Де Брюйне. Я не буду на твои провокации отвечать. Ну, не отвечай. Да. Опа. Спокойно. Ты видел, как я, кстати, играем? Пытался сыграть? А ты видел, как я в обороне интересно, сыграл? Вот, ну, это я видел. Контратака. Нет, ну, что это за... Что это? Все. Ну что? Вот он, вот он. Я обиделся. Ну все, время-то у тебя есть, нормально все. Вернер хэт-трик оформляет. Заметил? Мне все равно. Ну что, время у тебя есть, нормально. Мне хочется плакать. Сегодня активно играет в обороне. Но он не сравнится с моим Вернером. Ты Вернера очень любишь. Ты вообще немцев, я смотрю, прямо... Ну, конечно, я же болельщик Баварии. Но он же не за Баварию играет. Кто? Вернер? Он не играл за Баварию ни разу. Ну, вот я и говорю. А что я сказал? Ладно, какая разница? Сказал, у нас игра идет. И! Нет. Вот он шанс забить, эх! Ребята, не фалить, пожалуйста, не фалить, не фалить. Как? Вратарь тащит! Что? Офсайд. Это был офсайд. А ты уже обрадовался? Я что-то не заметил. Ты обрадовался? Я думал, детский гол забил. Все. Челси становится... Не, ну обладателем такое, Кубка Чемпионов. Такое, в принципе, возможно, да? Такое конечно, возможно. Почему, кстати, игра так много очень интересная была, ставят кстати на Манчестер, я понять не могу. Владение. Владение мячом 43-57. У тебя все-таки больше. Ладно. По офсайдам 4-1, угловые 1-0 в мою. Нарушение 5-0. 5 карточек желтых, да? Ты что не нарушал ты сегодня вообще? Ты потому что меня избивал просто. Морально и... Физически. Ну ладно. А ну что, закончился у нас финал Лиги Чемпионов. В упорнейшем матче победил все-таки у нас Челси. Я расстроился. Со счетом 3-2. Чё возможно расклад такой, как думаешь? Мне кажется, Манчестер Сити победит все-таки 2-0. 2-0? Да. Слушай, нет, я думаю, здесь и возможно серия пенальти, и все что угодно. И вратарь возможно. Там будут моменты у Челси, то, что они там типа с угловых будут забивать. Мне кажется, такого не будет, что они забьют прям. Что сказал, ладно. Да ничего страшного. Я имел в виду, типа, ты понял, с угловых они будут пробивать, но забивать они не будут. Ну, тавтология, вы поняли, ребят. Бывает. Ладно, в общем, Челси победит по нашему прогнозу 3-2. Да. Нет, по моему прогнозу победит Манчестер. Хорошо. 2-0, понял? Хорошо. Глеб, спасибо тебе за игру. Очень классный, упорный матч получился. Увидимся. Увидимся в следующем выпуске, ребят. До свидания. До свидания.